Рахмет, Ботагөз. Қайырлы күн, әріптестер, қайырлы күн, көрермен. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз конференциясын бастаймыз. Добрый день, уважаемые коллеги, мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Бүгінгі конференциясының тақырыбы жүк көліктерінің салмақ нормаларын сақтауға бақылауды цифрландыру. Алаңымыздың құрметті спикерлерімен таныс болыңыздар. Әлі Алтай Сембекұлы, Қазақстан Республикасы көлік министрлігі, автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің төрағасы. Қуанышұлы Селім, автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің төрағасының орынбасары. Ғабдулина Анар Момынғазықызы, автомобиль жолдары комитеті төрағасының орынбасары. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Алтай Мырза, өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралы өкілдері. Бүгін сіздерді ауыр салмақты көліктерді бақылау барысында елімізде жүргізіліп жатқан іс-шаралар туралы және бақылау процесін толықтай цифрландыру негізінде оның тиімділігін арттыруға бағытталған жұмыстар барысымен таныстырып келіп отыр. В текущем году в нашей стране идет рекордное количество работы по ремонту и строительству автомобильных дорог. Это порядка 12 тысяч километров. Наряду со строительством дорог стоит задача обеспечения его сохранности. Одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нарушением разрешенных масс. Транспортный контроль на дорогах протяженностью 95 тысяч километров осуществляется силами 47 передвижных постов, то есть на один пост приходится до 2000 километров. Поэтому полный охват контролем всех дорог силами только передвижных постов практически невозможен. В этой связи в сфере транспортного контроля внедряется цифровизация, где исключается человеческий фактор в процессе проверок. В декабре 2022 года принят закон, определяющий порядок установки и функционирования автоматизированных станций измерений. Данным законом установка автоматизированных станций измерений на автодорогах республиканского значения отнесена к компетенции АО «Казавтожол», а на местных автодорогах отнесена к компетенции местных исполнительных органов. По итогам предварительного анализа местные исполнительные органы готовы установить 150 оси именно на основных местах заезда автотранспортных средств в город. На республиканских дорогах «Казавтожол» планирует установить около 70 осей. Существующая практика привлечения к административной ответственности за нарушения, фиксируемые через оси, происходит путем вызова правонарушителей в территориальные органы транспортного контроля, который является неэффективным и присутствует человеческий фактор при принятии решений. Поэтому одновременно проводится работа по интеграции информационных систем Министерства транспорта и Комитета по правовой статистике и специального учета Генеральной прокуратуры для оформления штрафа по принципу «Сергек» без участия человека. В прошлом году при поддержке акима города Астаны начата работа по установке оси на 7 основных точках заезда автотранспортных средств в город. В тех местах, где нет оси, будут установлены запрещающие знаки проезда грузовых автотранспортных средств с фиксацией через камеры «Сергек». Если ранее выделенные 2 передвижных поста транспортного контроля физически не смогли осуществлять полноценный контроль в город Астана, то с 1 сентября текущего года контролем всех грузовых автотранспортных средств обеспечит оси, в том числе 6305 самосвалов, которые возят инертные материалы в город, с 29 карьеров, расположенные в радиусе 100 километров. С 4 по 8 слайд мы показываем допустимые весовые параметры автотранспортных средств и их превышение на каждую ось. Нормативные требования по осевым нагрузкам установлены не вчера. Основной закон был принят 20 лет назад, в 2003 году. Все нормы, установленные в нашей стране, соответствуют европейским стандартам и нормам Евразийского экономического союза. Эти требования установлены в целях обеспечения сохранности дорог с учетом их грузоподъемности.
Если точнее, то допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 10 тонн. Для сдвоенных осей 16 тонн. Для встроенных 24 и так далее. В таком порядке при условии, если межосевое расстояние у них составляет от 3 до 1,8 метров. Надо отметить, что автомобильные дороги являются дорогами общего пользования, а не только грузовых транспортных средств. Если так посмотреть, дорогами пользуются в нашей стране около 5 миллионов автотранспортных средств. А в основном разрушают около 55 тысяч самосвалов, это 1,5% от общего количества автотранспортных средств. Я считаю, что это, по крайней мере, несправедливо. Государство ежегодно выделяет миллиардные средства для строительства и ремонта автодорог и улучшает качество дорожной инфраструктуры. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы максимально обеспечить их сохранность. Также хочу информировать порядок перевозок грузов с прицепом, так как данный вопрос в последнее время часто задается перевозчиками. При транспортном контроле сам самосвал проверяется отдельно, а его прицеп также взвешивается отдельно. Поэтому перевозка грузов с прицепом является экономически выгодной, так как корпус самого прицепа является легким, и за счет него можно возить побольше груза. Одновременно ответственность за весовых параметров также возлагается на грузоотправителя. Поэтому мы параллельно ведем работу с карьерами, а также с бетонными заводами, чтобы они загружали транспортные средства без превышения допустимой массы. За нарушение предусмотренных требований в отношении грузоотправителей установлен административный штраф в размере от 30 до 100 МРП. В настоящее время в городе Астана имеется 53 бетонных заводов и 1137 миксеров, это бетоновозы, которые также являются потенциальными нарушителями весовых параметров и негативно влияющих на городские дорожные покрытия. На данном слайде показана ответственность за превышение допустимых весовых параметров автотранспортных средств. Хочу отметить, что штрафы за нарушение не маленькие, поэтому призываю всех перевозчиков осуществлять свою деятельность в рамках закона. В данном случае я коротко проинформировал вас о проводимой работе в сфере транспортного контроля. Если будут вопросы, конечно, готов ответить. Рахмет, Алтай Мырза. Келесі сөз кезегі Анар ханым өзіңізде. Добрый день, уважаемые участники. Хотелось бы отметить в целом автодорожную отрасль, дать информацию. На сегодняшний день общая протяженность автодорог составляет 95 тысяч километров, из которых 25 тысяч километров – республиканская сеть. Оставшиеся 70 тысяч километров – это дороги местной сети. В настоящее время нормативное состояние республиканских дорог составляет 92%, а показатель местной сети – 87%. Данные показатели к концу текущего года будут увеличены до 93% республиканской сети и 89%, соответственно, местной сети. В соответствии с поручением главы государства, в текущем году охват дорожно-строительными работами составил 12 тысяч километров, из которых 7,8 – это республиканского значения, и более 4 тысяч километров – это дороги местного значения. Основными проектами являются Астана-Алматы, Актобе-Кандыгаш, Атырау-Астрахань и Талдыкурган-Усть-Каменогорск, где на сегодняшний день уже 90% работ завершены и планируется сдача в текущем году. Данные показатели – это нормативно рекордные данные этого года. Также в рамках послания главы государства Министерству транспорта поручено увеличить охват средним ремонтом до 10 тысяч километров. На сегодня Министерством транспорта совместно с Министерством национальной экономики и финансов прорабатывается вопрос определения источника финансирования для проведения данных ремонтных работ на общую сумму более 750 миллиардов тенге. Принимая во внимание имеющий опыт, одним из вариантов предлагается привлечение займа Банка развития Казахстана. Вместе с тем, в связи с завершением крупных начатых проектов для дальнейшего улучшения транзитно-потенциальной страны
ведется работа по подготовке новых проектов. В соответствии с программными документами до 2029 года планируется реализовать 10 крупных проектов общей протяженностью более 4000 километров. В настоящее время по этим проектам готовится проектные документы и прорабатывает финансирование источников и механизмы их привлечения. В целом, хотелось бы еще также отметить, что для усиления общественного контроля за ходом автодорожных проектов на основании имеющих цифровых порталов по автодорожной отрасли будет запущена единая цифровая платформа «Ежолдар» для мониторинга за автодорожными проектами, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских. Платформа включает в себя планирование работ, контроль качества и целевое использование средств, где будут опубликованы данные по протяженности, стоимости автодорог и их состояние. Все вышеуказанные данные будут в открытом доступе, что позволит общественности проводить контроль за ходом реализации проектов и его качества. Данная платформа будет внедрена первым этапом в 2025 году в пилотном режиме для проектов среднего ремонта. Далее программа будет полностью запущена в 2026 году. Спасибо. Рахмет, Анар ханым. Құрметті әріптестер, енді әдеттегідей сұрақ-жауап бөліміне өтеміз. Сұрақ-жауап бөлімін бастамастан бұрын регламент ережелерін естеріңізге салайын. Бүгінгі тақырып аясында бір журналист екі сұрақтан қоя алады. Тенгри Ньюс отправили свои вопросы. Разрешите зачитать. За счет чего, кого планируется расширять сеть электрозаправок, инвесторы местные или нет? Где планируют их устанавливать и за счет какого региона питаться? Есть ли уже карта потенциальных зарядных устройств? По какому принципу выбирают места для зарядки? Алтай Мырза. Анархан, да, спасибо за вопрос. На сегодняшний день вдоль дорог республиканского значения имеется 23 электрозаправочные станции. Вместе с тем, на сегодняшний день наш национальный оператор «Казавтожол» продолжает работу в этом направлении. Совместно с поставщиками электрозарядных станций ТО «Казахэнерджичарж», «Майчарг» и «Грингарс» определяются площадки отдыха вдоль автомобильных дорог для установки электрозаправочных станций. Установка планируется вдоль коридоров «Центр-Юг», «Астана», «Алмата», «Западная Европа», «Западный Китай», именно это участок «Алматы-Шымкент». Питание к электричеству будет производиться по месту расположения самими инвесторами этих электростанций. План карты установки планируется и определяется совместно с инвесторами и «Казавтожолом». Локации также, все это в плане, все варианты рассматриваются. Второй вопрос. По какому принципу они решают, что дорога должна стать платной? Вы знаете, на сегодняшний день у нас существует более 3000 платных дорог. Это дороги первой и второй категории. Также мы планируем до конца текущего года ввести платность еще более 2000 километров дорог. Все это связано с ростом транзитного потока. И в целом для снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряется система взимания платы. Согласно плата за проезд по автомобильным дорогам вводится при выполнении условий повышенного качества проезда с обеспечением высокой безопасной скорости движения транспорта по всем направлениям. В этой связи в целях соблюдения требований закона «Казавтожолом» на постоянной основе ведется работа по надлежащему содержанию платных участков. Наряду с указанным информирую вас, что решение о вводе платности на том или ином участке автодорог республиканского значения принимается приказом министерства. При этом все проекты приказов о вводе платности в обязательном порядке проходят процедуру согласования в профильных ассоциациях НПП «Атамикен», после чего направляются на рассмотрение в государственные органы. Затем проходят процедуру в Министерстве юстиции. Контрольным регулятором, рассматривающим все проекты, нормативом правовых актов является Министерство юстиции. Спасибо. Благодарю. Залта Суракоем Дюшлер Бармикен. Мархабат. Сәлеметсіз дербе, 24 кезет тілшісі Альмира Оразбай. Бір сұрағым бар, қазіргі таңда жүк тиегіш көліктердің ресми саны қанша тіркелген Қазақстан бойынша? Және жыл басынан бері қанша осындай бұзушылықтар тіркелді? Яғни артық жүкті тиеп жолда жүргендер анықталды ма? Соны нақты сандарын айтсаңыз, және де оған қандай жауапкершілік қарастырылған? Мүмкін болса қазақша. Рахмет сұрағыңызға. Еліміз бойынша 450 мың ауыр жүк көлігі тіркелген.
оның ішінде Қытайда өндіріліп шығарылған самосвал дейміз, бұлдындардың саны бүгін бізде 60 мыңның шамасында. Біздің қазіргі мынау Астана қаласы бойынша орнатқан автоматтандырылған таразымыздың көрсеткіші бойынша 1-ші қыркүйектен 6571 автокөлік өткен, оның ішінде 670-і шамадан тыс ауыр жүкті тиегені тіркеліп, бүгінгі таңда жүйемізде арқылы айыппұл салынып жатыр. Бұл жерде айыппұлдың шамасы бұл заңды тұлға немесе жеке тұлғаға байланысты, автокөліктің типіне байланысты, және де қанша тонна артық жүк тигеніне байланысты оның өзінің әрқайсының айыппұлы белгіленген. Бірақ біз келешекте айыппұлды заңды және жеке деп бөлмей бір деңгейге қойсақ па деп жатырмыз, өйткені бұлардың жолға келтіретін зияны екеуінікі де бірдей. Егер де біз уақытылы осындай дер кезінде цифрландыруды пайдаланып, бақылауды күшейтпейтін болсақ, жыл сайын қомақты қаражатты жаратқанымызбен, ол бір жылдан кейін жол жарамсыз жағдайға әкелетіні сөзсіз. Сол себепті бұл цифрландыру, біздің бүгінгі таңда енгізіп жатқанымыз, бір қосалқы құрал ретінде деп айтсақ артық болмайды. Бұл бір бақылауды күшейту аясында жасалып жатқан жұмыс. Ресми сандарды есте алмадым. Ресми саны 450 мың автокөлік бар, жалпы ауыр жүк автокөлігі. Соның ішінде самосвалдар 60 мың. Ал жыл басынан қанша тіркелді жаңағы артық жүк тиеген? Жыл басынан мен қазір сізге ауыр жүк, енді бұлар күнделікті жүріп отырды ғой. Бұл жерде бізде Астана қаласына алатын болсақ, екі-ақ жылжымалы бекетіміз болды. Бұлар жалпы Астананы бақылауда ұстап отыра алмады. Енді мына қыркүйектің басынан алатын болсақ, 6700 жаңа айтқан автокөлік өтті. Соның 670-і заң бұзушылықпен өтті. Күнделікті бұл енді қарауға болады қанша өткенін, бірақ Астана қаласының өзінде 6300 осындай ауыр жүкті көлік тіркелген. Олар күнделікті жүріп тұрады ғой енді. Рахмет. Рахмет сауалыңызға. Құрметті спикерлер, алаңымызға уақыт тауып келгендеріңізге, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Құрметті әріптестер, осымен жүк көліктерінің салмақ нормаларын сақтауды, бақылауды цифрландыру туралы бүгінгі баспасөз конференциясы тәмам. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.